Привет, друзья, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, обязательно подписывайтесь на телеграм, все ссылки в описании. Без малого как 2 года назад президентом Молдовы стала Санду, на которую возлагались большие надежды, особенно в вопросах минимизации и более того искоренения влияния России на республику, и об этом пишет украинский военный обозреватель Коваленко. У Молдовы появилась надежда на восстановление вектора сближения с Европой. Но вся опасность в том, что Росприсутствие влияния в республике не исчезло, а сохранило свое присутствие, и было вполне предсказуемо, что оно будет вносить свои негативные коррективы, так и произошло. В июле прошлого года и вовсе Санду полностью под себя скорректировала силовой блок, назначив ВСБ Стефана Тибуляка генеральным секретарем ВСБ Спыну, главой службы госохраны и защиты Василия Поппу и других. Создавалось впечатление, что новый президент Молдовы готовится к решающему бою с росагентами, ведь Майя Санду нанесла двойной удар по креатуре Росспецслужб в Молдове, сначала выиграв президентские выборы, а после парламентские, и разместив на ключевых постах в силовых структурах республики своих людей. Но уже в августе Молдова посетил с официальным визитом замруководителя администрации президента России Казак, который и курировал своей российской агентурой, а затем через Молдову свободно стали проезжать роспропагандисты, находящиеся в розыске в Украине и Азербайджане, например, Семен Пегов, который также обеспечивал контакты в Приднестровье с провокаторами, орудовавшими в Одесской области и Одессе. Затем, после начала полномасштабного вторжения в Украину, Молдова заняла жестко нейтральную позицию, отказав в предоставлении своей логистики для поддержки соседней страны. Такую трусливую позицию Кишинева объясняли тем, что он не хочет злить Россию, имея проблемное Приднестровье под боком, а также заботясь о своем отопительном сезоне этого года. Странно, но я был более чем уверен, что такая позиция властей Молдовы не убережет их от дестабилизации со стороны РФ. В итоге, накануне отопительного сезона Молдову стала нешуточно шатать креатура Кремля, с которой за 2 года перспективная Санду так и не смогла справиться, имея все козыри в рукавах. А на этой неделе преследовательская группа RISE Молдова публикует объемный материал, который в полной мере описывает все ветви Росагентуры в Молдове и Приднестровье, а также их кураторов, которые продолжают успешно работать в РМ. Но в этом расследовании было расставлено лишь больше точек над «и», поскольку еще в 20-м накануне выборов у президента страны была аналогичная публикация, раскрывающая верхушку айсберга. Вот и возникает вопрос, а что сделала Санду за 2 года, чтобы российскую агентуру в Молдове, которая широко известна даже в открытых источниках, минимизировать в возможностях дестабилизации страны? С учетом того, насколько сейчас закрутился вихрь хаотизации Молдовы и насколько беспомощно выглядит Санду в решении внутренних и внешних вопросов, можно определенно сказать, что ничего, 2 года были потрачены впустую, а драгоценное время, когда можно было действовать решительно и бескомпромиссно, утрачено. Вчера в ходе интервью Санду заявила, что за дестабилизацией ситуации в Молдове стоят Росспецслужбы, тем самым раскрыв секрет Полишинеля. Невероятно, но вопрос в другом, что дальше, Майя? Стояли, стоят и будут стоять. Возможно, самое время более решительных действий, нежели посредственная митизация активности. Возможно, год назад этот вопрос нас в Украине заботил бы несколько глубоко, но сейчас стабильность в Молдове для нас очень важна, важнее даже самой помощи от Молдовы, которую республика могла бы оказать, но при нынешнем подходе нынешних властей к решению проблематики агентуры России не будет ни помощи, ни стабильности. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк.